Группа компаний «Шериф» заплатила 1 миллиард 340 миллионов долларов налогов за все время своей работы в Приднестровье. Завтра компании «Шериф» исполняется 30 лет. В ближайшее время сумма налогов перевалит за 1,5 миллиарда долларов. «Шериф» – самый крупный налогоплательщик Приднестровья. Налоги компании идут на выплату зарплат, пенсии и пособий. Кроме отчисления налогов, «Шериф» за последние годы потратил больше 100 миллионов долларов на социальные проекты. Два раза в год «Шериф» поздравляет с праздниками приднестровских пенсионеров. Подарки от компании получают 160 тысяч пенсионеров республики. По 1000 долларов в канун 9 мая получают ветераны-фронтовики Великой Отечественной войны. Дисконтные карты супермаркетов есть у всех пенсионеров, многодетных семей и других льгот. За хорошую учебу «Шериф» платит стипендию лучшим студентам по 150 долларов в рублях каждый месяц. За 11 лет именные стипендии от «Шерифа» получили 1600 студентов. Вложение «Шерифа» – это и школа футбола, где бесплатно занимаются 500 ребят, и детский дом в Тирасполе. С 2006 года «Шериф» полностью обеспечивает его воспитанников, кормит, одевает, лечит и платит детям стипендию. «Шериф» помог со строительством Екатерининского парка и фонтана в Тирасполе. Сегодня это посещаемое место в республике. Отдыхать сюда приезжают из соседней Молдовы. «Шериф» каждый год дает на ремонт и строительство столичных дорог по 1 миллион долларов. Облик Тирасполя и других городов меняется благодаря «Шерифу». Группа компании «Шериф» – это рабочие места. Здесь сейчас работает более 14 тысяч человек. Заслуги тех, кто много лет работал для развития Приднестровья, сегодня отметил президент. Вадим Красносельский подписал указ о награждении госнаградами лучших работников компании. 4 сотрудников наградили орденами «Трудовая слава», еще 55 получили медали «За отличие в труде».